15 марта прошла рабочая поездка делегации Законодательного собрания Тверской области в Московскую областную думу. В рамках поездки состоялась парламентская дискуссия на тему «Актуальные вопросы развития регионов». Парламентская дискуссия включала в себя работу в трех тематических секциях. Первая была посвящена проблеме подготовки профессиональных кадров для экономики в субъектах Российской Федерации в условиях проведения политики импортозамещения. Вторая касалась вопросов развития семейной формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А третья поднимала тему реализации в регионах полномочий по предоставлению земельных участков. Обсуждались различные аспекты, возможности восстановления филиалов, технических вузов, создания профессиональных образовательных округов. Вся ситуация была разбита на три секции, где люди профильные, парламентарии, они говорили на понятном друг другу языке по той проблематике, которая для них наиболее интересна. Я думаю, что мы этот опыт будем продолжать и дальше. Перспективным участники дискуссии назвали участие в новом проекте «Профессионалитет», который предусматривает комплексное решение проблем конкретных учреждений СПО. Что касается социальной секции, то интерес московских парламентариев вызвал опыт Тверской области по реабилитации инвалидов, а также некоторые меры поддержки населения пожилого возраста. Наши депутаты намерены перенять опыт подготовки патронатных семей. Живой диалог прошел при обсуждении земельных вопросов. Тверская сторона заинтересовалась цифровизацией вопросов работы с землей. Коллеги из Московской облдумы намерены перенять опыт использования лесов, на которых раньше были колхозные земли. Обменялись мнениями и в дискуссиях на разных площадках сегодня поделились этим опытом в различных направлениях, которые были перечислены. Но наше взаимодействие, работа уже длится с подписанного в 2007 году соглашения о сотрудничестве. Оно активно продолжается. По итогам работы трех секций участники мероприятия подчеркнули, что все поступившие предложения будут обобщены и рассмотрены. Само мероприятие депутаты оценили высоко, подчеркивая важность именно непосредственного общения, личных контактов при обсуждении актуальных для наших территорий вопросов.